Почти 400 свободных мест предложили безработным на очередной ярмарке вакансий в Актобе. С начала года это уже 10-я встреча с соискателями. На этот раз вакансии представили 69 предприятий и организаций в сфере здравоохранения, образования, строительства, благоустройства, торговли и сферы услуг. На рынке труда по-прежнему востребованы врачи, учителя и специалисты рабочих профессий. Требуются повара, кондитеры, внештатные сотрудники банков и разнорабочие. На этот раз ярмарку посетили более 1000 горожан. По словам организаторов, такая форма работы давно подтвердила свою эффективность. С начала года проведено 9 встреч с потенциальными работодателями, в результате которых более 800 человек нашли работу. Здесь же по другим направлениям программы продуктивной занятости безработным предлагали переобучение. В этом году 700 человек уже получили рабочие специальности. Я учитель казахского языка и литературы, переехала из города Шалкар. Числюсь в списках безработных центра занятости. До этого была во всех школах и колледжах города. Нигде нет работы. Говорят, учебный год начался, педагогический состав укомплектован. Но все равно не теряю надежды и принимаю участие во всех ярмарках вакансий. Ведем набор на краткосрочные курсы. Это вот у нас и администраторы, помощники поваров, электрики, газоэлектросварщики, егеря вот принимаем. Кто хочет обучиться, желают непосредственно здесь вот специалисты центра занятости, могут к ним подойти, записаться. Ну, конечно же, надеемся, что те граждане, которые сегодня пришли на эту ярмарку, что они смогут найти для себя работу.